Алтайские моржи – одни из главных поставщиков необычных новостей. Так и Новый год тоже в экстремальном режиме. 1 января – утренняя пробежка. Павел Сокрутов в банде моржей много лет. Закалялся, а потом и побежал. С тех пор ни одно 1 января не провалялся на диване. У нас тоже традиция, у нас 60-й забег будет. Присоединяйтесь, потому что мы за здоровый образ жизни занимаемся этим давно уже, закаливанием, плаванием. Бегаем на лыжах, на турниках. Ну, у нас очень много всяких заморочек, которые делают. Для здоровья это полезно? Очень полезно. Посмотрите на нас, хотим здоровы, кушаем здоровьем, не болеем никогда. Но к такой нагрузке стоит готовиться. Телу нужно привыкнуть к зимнему бегу. Можно начать с холодного душа или обтирания снегом. А потом уже можно бежать и в шортах. В любой форме. Самое главное, видно, что холод, во-первых, будет более прохладно. Ну, градусов, наверное, 18 будет, 17. Это некомфортные условия, но мы наиболее подготовленные. Таким пробежкам, кстати, 10 лет. За это время к активному Новому году моржи приучили и обычных горожан. Так что 1 января готовьтесь увидеть на проспекте Ленина пару десятков бегунов. Мы докажем всем жителям Алтайского края России, что можно встречать Новый год трезво. И это самый главный фактор, это главное здоровье, борьба с коронавирусом и со всеми заболеваниями. Всех желающих ждут 1 января в 12 часов у памятника Ленина. Разминка и легкий 3-километровый кросс до речного вокзала. А затем на машинах до водного мира и в баню. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.